В 10 почтовых отделениях небольших российских городов и сел появились компьютеры для школьников и учителей. Техникой можно воспользоваться бесплатно в течение часа в день. Это совместный проект Почты России и Российского движения школьников. На компьютерах есть доступ к сайту РДШ и нескольким программам, необходимым для выполнения заданий. Это поисковые системы, а также ВКонтакте, YouTube, Canva, Zoom, Skype и другие. Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах и научных проектах, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях. Победители конкурсов получают путевки во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Компьютеры доступны по предварительной записи в 10 отделениях почты в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Калмыкии, Омской, Челябинской, Тюменской, Орловской и Псковской областях. Если проект будет востребован, то его географию расширят.